Бесплатная ярмарка. В современном мире, где товарно-денежные отношения выходят на первый план, это звучит невероятно. В минувшее воскресенье для ивановцев в очередной раз открыл свои двери фри-маркет. Ассортимент разнообразный, от одежды до книг и детских игрушек. Эта бесплатная ярмарка, она основана на принципах взаимопомощи. То есть, если вы что-то хотите взять или принести, вам не обязательно использовать обмен или бартер или какие-либо еще схемы. Вы просто приносите свою вещь или наоборот, забираете. Все эти вещи уже не новые, но еще в хорошем состоянии принесли люди. Здесь у ненужных прежним владельцам предметов есть возможность послужить кому-то еще раз. Покупатели фри-маркета не обязательно нуждающиеся люди. Посетители, как правило, заходя просто посмотреть, удивляются тому, что все бесплатно. А в итоге мало кто уходит без полезного приобретения. Вещи есть, в таком поношенном состоянии, есть в очень даже хорошем. И куртки я тоже присмотрела. Также книги. Я себе взяла собрание сочинений Бальзака. Потому что ни в библиотеках его нет нигде, а покупать очень дорого. Одна книжка 500 рублей. Фри-маркет – возможность не только обзавестись необходимыми вещами, но и совершенно бесплатно получить полезные знания и умения. На этот раз студентка медакадемии рассказывала посетителям, как правильно оказать первую помощь, а также делилась секретами правильного закаливания организма. Я вот как еще работаю в травмпункте, и я знаю, что многие просто не имеют представления о том, что можно самостоятельно наложить повязку, хотя бы вот на первое время до момента обращения к врачу. А иногда это бывает необходимо. Где зрелище, там и хлеб. Вкусняшки тоже бесплатно для всех желающих, чтобы обязательно приходили снова, когда пополнится ассортимент. Максим Серебряков, Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ, Иваново.